Добрый день, уважаемые подписчики, гости канала. 19 ноября, и не всем кустам винограда одинаково повезло. Грянули морозы, минус 1, минус 2, до минус 5 где-то, и пару кустов осталось неукрытыми. Сейчас я буду обрывать эти ленточки, обрезать часть лозы, связывать, ну и как есть уже укладывать связанные пучки лозы на землю, придавить каким-то образом к земле, и уже будут они зимовать, укрытые одеялами. Берем секатор, начинаем работать. У нас таких осталось неукрытых 3 куста. Вот смотрите, еще один куст. И как четко видно, как он был разложен, этот многорукавный веер. Восемь рукавов приблизительно. Вот здесь от головы куста идет. Давайте пройдем немного вперед. Там у нас впереди еще один неукрытый куст. И он даже с ягодками еще остался контрольно. Смотрите, как ягоды будут, не будут изюмиться. Ну вот видно. Вот, друзья, обрезал я лозы. Оставил только лозы плодоношения на следующий год. Посвязывали эти лозы вот такими стяжками пластиковыми, которые стоят копейки. Укрыли лозы на всех этих трех кустах. Вернее, не укрыли. Сейчас будем открывать, конечно же. Все получилось аккуратно. Вот этот куст винограда, он вообще супер укрылся. Все в одну линию. Смотрите, какая красота. И вот, между прочим, к столбам тоже завязались. Вот такое вот укрытие. Этот год, вернее, эта зима очень неожиданная. Она началась внезапно. Только-только вчера, позавчера укрыли молодые кусты винограда. Очень сильно повезло, что земля еще не успела замерзнуть. Укрывали землей и использовали пластиковые баклажки. Как бы резали баклажки пополам и такие вот колпачки делали. Падаю. Так, показываю вам еще один куст взрослый. Укрытый. Он, кстати, уже действительно укрытый. Просто накидали. Связали лозы, сделали все то же самое и накидали картона. Прижали вот такими бордюрными плиточками. Вот. Что нам сейчас предстоит? Вот наши прижиматели, это плитка. Сейчас вот этими плиточками будем придавливать различные рулонные материалы. Видите, здесь, как это называется, поролон тоненький, 2 сантиметра, картон есть, и еще есть у нас ватное одеяло. Сейчас этот ватник, вот оно, это ватное одеяло, и вот этим ватником сейчас все это укроем, прижмем плитками, и наш виноградик будет хорошо зимовать. Ну, тут уже вечереет, и, ребята, мы накрыли
вот эти кусты. Использовали подручные материалы. Как видите, даже старая фанера пригодилась. Использовали спанбонд, пенопластины. Даже немножко подложки под ламинат осталось. Закрыли. Зимовка должна быть удачной. Если все будет хорошо, то все почки останутся живыми, успешно перезимуют, и в следующем году из них вырастут побеги и грозди. С вами был канал «Городской колхозник». Утепляйтесь, холодает.